С начала года кинологи агентства по финмониторингу выявили 14 фактов незаконного оборота наркотических веществ, а также 13 фактов незадекларированной валюты. Об этом сообщила руководитель отдела организации учебного процесса кинологического центра агентства Мульдер Алишерова. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря работе служебных собак. В кинологическом центре готовят не только специалистов территориальных подразделений, но и их четвероногих коллег. Их обучают по определенным направлениям – поиск дериватов, валюты, а также поиск взрывчатых и наркотических веществ. В период курса мы даем новые знания, повышаем квалификацию, а также вводим новые виды наркотических веществ, то есть подготавливаем собак. Мы каждый день тренируемся, проводим такие занятия по поиску у нас по общему курсу, и вот физическая нагрузка у нас каждый день идет. Тренировать кинологических собак начинают с 2 месяцев. На первых порах устанавливают контакт с людьми, знакомливают с окружающей средой. А с 3 месяцев уже развивают игровую и поисковую реакцию. Для сравнения, за весь прошлый год кинологами и их питомцами было выявлено 38 фактов незаконного оборота наркотических веществ, а также 41 фактов незадекларированной валюты.